Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас один из самых любимых дней. Это тот день, когда привезли первый заказ из 18-го итогового каталога компании Oriflame. Заказ небольшой, на 200 баллов, потому что мои клиенты уже сделали покупки в основном к Новому году, к праздникам, в предыдущих двух каталогах, потому что я их всегда настраиваю делать покупки постепенно, чтобы не сразу не было шоком крупная сумма. И очень многим эта идея нравится, поэтому мы выбираем в каждом каталоге что-то самое интересное и заказываем заранее. Итак, поехали, посмотрим, что же у меня здесь в заказе. Много очень под заказ продукции и кое-что есть для себя. Заказали туалетную воду Glacier Ice, это в подарок, кстати, очень классный аромат, и он идеально подойдет для молодых мужчин, для подростков даже, потому что этот заказ для 15-летнего парня. Я заказала один крем себе, один у меня заказала клиентка, серия Love & Care, кто помнит, это была такая крутая серия, я была бы рада, если бы ее нам вернули, потому что в этой серии потрясающий был лосьон, мыло кусковое, жидкое мыло и шампунь даже для волос, по-моему, крем для душа. Да, крем для душа, потрясающий, большие объемы по доступным ценам. И вот этот крем я вам всем очень рекомендую, 150 миллилитров объем, он такой питательный, насыщенный и очень подойдет всем, у кого сухая кожа, кто много посвящает времени домашнему хозяйству, готовке, уборке, часто контактирует с водой, потому что я без этого крема вот просто высыхаю, настолько он мне нравится. На кухне у меня всегда должен стоять очень жирный крем и один жирненький крем около кровати, то есть я перед сном всегда наношу либо маску спа, либо вот такой жирненький хороший крем, чтобы он напитал мои руки, пока я отдыхаю. Набор Beautanicals, у меня здесь должно быть два набора, один себе, один мне заказала клиентка, которая посмотрела ролик, как я оформляю заказ, поэтому здесь у нас два наборчика, серия Beautanicals. Чем она мне нравится? Во-первых, удобный формат, то что шампунь с дозатором, а кондиционер с удобной откидывающейся крышкой. Серия на 95% состоит из натуральных ингредиентов, и экстракт жимолости придает такой вот вкусный аромат, который вот вдохновляет. Он немножко с кислинкой, и он такой живой, вдохновляющий. Я обожаю эту серию, и постоянно у меня стоит для личного использования открытый наборчик, и чтобы всегда был в запасе. И уже кто попробовал один раз, в основном люди возвращаются за покупкой этого набора, поэтому пробуйте сами, чтобы у вас было личное яркое впечатление, что рассказывать клиентам. Тональная основа была заказана после того, как мы встретились с подругой, и она меня спросила: а ты что, тональной основой не пользуешься больше? Я говорю: нет, если бы ее не было, то бы сразу поняла, потому что это тональная основа с пребиотической сывороткой, она как поцелуй для кожи, и сейчас она у меня, кстати, на лице, ее незаметно, и при этом лицо преображается, оно живое, нет эффекта маски, при этом тон ровный, и кожа выглядит моложе примерно на 5-8 лет. То есть я когда наношу этот тон, у меня сразу включается вот какой-то вот, не знаю, свет, сияние, молодость, разглаживаются мелкие морщинки. Волшебная тональная основа, тоже можете прямо ее смело всем рекомендовать, и сами пробуйте. Так, у меня в заказе туалетная вода Эклаблан. Очень крутой аромат, я дала понюхать подруге, просто даже в каталоге я забыла взять с собой аромат, она потерла страничку, говорит: вау, обожаю такие ароматы. Он звонкий, он вдохновляющий, этот аромат, если вот вы сравниваете с какими-то ароматами, ну вот, например, такую эмоцию счастье у меня вызывал аромат Happy Diziac. Они не похожи, нет, ноты совершенно другие, здесь есть цитрусовая нотка, как я люблю, и вот он именно вдохновляет, то есть с ним сразу прям вау, как будто вот ощущение праздника. Кто-то говорит, что чувствует аромат шампанского, я не чувствую, но ощущение праздника ассоциируется с шампанским на самом деле. Так, как бы это все извлечь, чтобы показать кучкой, надеюсь получится. Кучка туши 5 в одном. Раз в году у нас бывает такая акция, когда тушь мы можем заказать
по очень хорошим скидкам. По-моему, все, но может быть еще будет. Так, примерно здесь их, вообще их должно быть очень много. 14. По моим подсчетам должно быть около 20 тушей, но я чуть-чуть корректировала заказ. В общем-то, здесь уже часть под заказ, часть потом. Опомнились, сказали, что им нужно, поэтому где-то у меня останется в моей коллекции штучки 4-5. Поэтому однозначно буду, когда делать заказ, я еще туда докину туши, потому что за такую цену их больше не будет. То есть это классное вложение денег. Если у вас есть такая возможность, заказывайте на будущее, потому что потом они будут у нас по 299 рублей в каталоге туши. Редко когда она бывает 249. Поэтому если вы купите заранее и потом вам будут заказывать, вы просто будете отдавать тушь, которая у вас уже будет. Себе любимой я заказала набор. Сейчас мы как раз пользуемся этим жидким мылом, серия Essence & Co. Здесь тонкий ванильный аромат, то есть он абсолютно не тяжелый, не пряный такой, что вот прям задавил. Здесь очень мягкие ноты шафрана и пачули. Просто влюбилась в него, и поэтому когда увидела, что идет такая акция, что можно взять и жидкое мыло повторить, а у нас расход очень большой жидкого мыла, и кусочек кускового мыла. Итак, учу вас аккуратно открывать коробочки. Можно взять какой-то ножнички, пилочку для ногтей или ножичек и аккуратненько помочь коробочке открыться. Вот такой кусочек мыла, он запечатанный в пленочку, что очень, кстати, хорошо. Он очень красивый, потому что здесь прям на мыле мы видим цветы. Это круто и очень красиво. И с обратной стороны надпись серии Essence & Co. Конечно, такое мыло будет и прекрасным подарком. Возможно, я даже кому-то его подарю. Но сейчас пока думаю, что себе оставлю. Так, далее. Заказали дезодорант Giordani Gold Original. Шариковый дезодорант, кстати, у нас есть точно такой же аромат, поэтому очень удобно, когда есть аромат, дезодорант и, может быть, крем для тела, брать все одной линейки, потому что это усилит аромат, продлит его стойкость в разы, и просто приятно, когда один аромат идет от всего тела. Так, здесь у нас супер коробочки розового цвета. Я думаю, что вы уже догадались, что это. Это мои любимые бочонки, я их называю сокращенно смягчашки, смягчающее средство с ароматом клубники. На самом деле вот прям пахнет жвачкой. Жвачка раньше была такая, мамба, по-моему. Вкусно, вкусно. Но здесь экстракт масло, вернее, здесь масло с семян клубники. Честно говоря, у меня шок, это сколько же нужно семечек клубничных, чтобы, да, набрать столько масла. Но оно очень эффективно. Я уже начала использовать, когда мне прислали на обзор губы, локти, кутикулу, и я все время использую это как вот фишку такую. Если я куда-то еду, может быть, вот я даже в самолете недавно, мы летали в Москву, я достаю бочонок, открываю, на меня уже начинают все смотреть, а он же такой тонкий, вкусный аромат издает. Я беру небольшое количество и начинаю обрабатывать кутикулу. Вы знаете, у всех такие глаза были, просто, ну, люди в шоке. Здесь у меня маска, я бы так еще и губы помазала, но я сижу такая, делаю массажик, обрабатываю кутикулу. Это шок просто у людей, такие: что это, вот так можно было на ходу ухаживать за собой? А я стараюсь ухаживать за собой постоянно, потому что, сами понимаете, сколько вы вкладываете в себя, в свое тело, в свою внешность, в свою красоту, такой будет и отклик. Если вы хотите, как у меня, да, к 50 годам выглядеть хорошо, чтобы вам давали 30-35, то начинайте ухаживать сейчас. И с Oriflame это очень легко, очень удобно, продумано все до мелочей. Особенно мне нравятся наши уходовые средства серии Novage, и я всегда использую полный комплексный уход и обязательно беру дополнительные средства. Это серия Procuticals. Например, сейчас я использую сыворотку с ретинолом, потому что я хочу, чтобы мое лицо было очень молодое, чтобы ушли глубокие морщины. А этот крем Novage Ultimate Lift я заказала с 50% скидкой,
Это крем ночной, и я сейчас как раз заканчиваю крем Экологен, тоже серии Novage, и заменю его на эту серию, потому что серия Ultimate Lift, она работает с контуром, да, чтобы у нас лицо было подтянутое, ровное, чтобы не было вот здесь вот провисаний. То есть все, у кого есть такая проблема, что падает овал лица, то есть четкий контур уходит, обязательно курсами делайте Ultimate Lift, всю серию. Я в следующий раз закажу себе сыворотку, чтобы под ночной крем ее пустить, потом дневной крем. То есть я один раз в год обязательно делаю курс Ultimate Lift, чтобы поддержать лицо, чтобы оно было красивым, ровным, потому что как только начинает меняться контур, тут же начинает, да, выдаваться возраст. Свой возраст не хочется выдавать, хочется быть всегда молодой, красивой, радоваться своему отражению, получать кучу комплиментов, а для этого нужно делать действия, оно само по себе как бы не сделается. Так, здесь у меня под заказ два геля, и один я взяла себе, такой красивый синий гель я заказала для себя, два у меня под заказ, серия Vita Keo, всего 79 рублей цена каталога, гели классные, начиная с упаковки, она вроде бы не какая-то изысканная, если сравнивать с серией Essence & Co, но она очень удобная. Мне эти бутылочки напоминают бутылочки йогурта, они такие вот прям удобные брать в руку, у них такой миниатюрный формат, она по объему 250 миллилитров, кажется, откуда такая маленькая бутылочка, да, да, 250 миллилитров. Гель концентрированный, ароматный, отлично купает, пенится, и мне нравятся ароматы, очень нравится, особенно с лимоном, с лимончиком, не с лимончиком, я забыла, какой там в составе. Ну, бывает иногда провал. Особенно нравится апельсиновый и зелененький, вот так скажу. Так, мы их куда поставим, чтобы было видно? Давайте вот сюда красоту такую наведем. И по краям будут синенькие. Так, что здесь еще у меня? Крем для рук. У меня все забрали. Я один себе уже открыла, начала пользоваться. А в заказе у меня было, ну, штук 20 наборов. Все улетело и не хватило даже. Ну, брали другие наборы. И здесь получается вот все у меня мыло и крем. Я взяла себе. Просто даже никому показывать не буду. Просто отложу. Мне нравятся ароматы вот такие, чтобы была корица, яблочко, ваниль, аромат выпечки новогодней. Вот такое теплое, уютное сразу создается настроение, просто чудо. Это заказали мыло детское «Ладошки», оно, кстати, пахнет персиками, очень вкусно пахнет. А, так, еще одну смягчашку нашла, я знала, что их будет больше. И заказали еще тушь для ресничек с эффектом веерного такого объема, то есть она прям классно, кисточка интересная, она укладывает реснички как веером. И крем для кожи вокруг глаз, крем-гель, то есть он такой прозрачненький, с алоэ и кокосом, он мягенький, нежненький, серия Love Nature, она именно для молодой кожи идеально подходит, и также и для взрослой. То есть есть девочки, которые во взрослом возрасте просто хотят, чтобы было увлажнение, им не надо там стирать морщины, глубокие морщины или еще какие-то задачи серьезные решать, просто нужен уход мягкий, нежный, деликатный, чтобы кожа была не сухая, да, чтобы было комфортно. Поэтому серия Love Nature тоже пользуется большой популярностью. Так, ну наконец-то, вы, наверное, думаете, ну где же эти обещанные патчи, вот их такая гора, я не знаю сколько, ну больше 20, мне кажется, точно, сейчас считать даже не буду, вот такая гора патчей с киви. Вы наверняка уже видели видео, как я первый раз пробовала патчи, я уже пачку всю использовала первую, это просто такой кайф. Они мне очень понравились, потому что здорово увлажняют, очень круто увлажняют, при этом их цена всего 199 рублей в каталоге, а здесь их 8 штук, а можно еще их резать, что я и делаю, потому что я разрезаю патч, чтобы здесь положить не кругляш целиком, а вот просто под глаза, здесь я кладу кругляш, да, на шею я прям вот так целый кругляш кладу, потому что вот это место, оно, ну, почему-то самое тоненькое и быстро стареет, поэтому мы его напитываем, напитываем,
Есть уже патчи под заказ, но себе точно отложу прям побольше, минимум 10 упаковок, иначе я буду нервничать, что их снимут с производства и как я останусь без всей этой красотищи. Это же невозможно, это такое чудо. И аромат, кстати, кто-то писал, что не чувствует аромат. Как это? Аромат есть, аромат очень приятный. Поэтому, девочки, хотя бы одну пачку себе возьмите, попробуйте, какое-то удовольствие, сделайте себе классные фотографии, смешные, позитивные, разместите в сторис, в ленту, в инстаграм, вконтакте, да неважно, в любых соцсетях. Просто это очень позитивно. Я когда сама смотрю на свою фотографию, у меня вот улыбка появляется, настолько это забавно выглядит. И что самое приятное, за каждые 1500 в заказе нам компания положила пакеты. И у меня много... Что же ты падаешь? Переставляем тебя сюда. У меня большой заказ, поэтому у меня здесь 5 пакетов. 5 пакетов, которые я смогу сейчас использовать на подарки. Они пришли за 1 рубль всего пакетик, поэтому если у меня будут девчонки еще набирать много продукции, то я буду им просто еще дарить пакет. А пакеты сейчас дорогие, даже в фикс-прайсе они стоят от 70 рублей. То есть, ну, цены космос на такие красивые праздничные пакеты. И это еще не все. Наверняка вам интересно, что же мне прислали как официальному обозревателю на обзор. И чему я очень рада, это спонж. Я, кстати, себе такой спонж только купила, а у меня, по-моему, другой. Кстати, да, у меня чуть-чуть другой, мне кажется. А может быть, мне кажется. Спонж для нанесения тональной основы. Вы знаете, раньше мы наносили руками, потом появились такие треугольные губки, мы ими приспосабливались, тоже прикольно. Потом появились крутые кисти, мы стали кистями наносить тональную основу. И когда появились вот эти удобные спонжики, я говорю... Это магия, потому что с этим спонжем это лучший, самый лучший вариант нанесения тональной основы. Но его нужно сначала намочить. Девочки, многие не знают, берут спонж и прямо им начинают растягивать тональную основу. Это так не работает. Я не могу сказать, что расход будет больше, если он влажный. Главное хорошо отжать. Ну, я запишу отдельное видео, прям покажу, как я это делаю. Далее, мне прислали наборчик. В новом каталоге нас ждет несколько вариантов новой серии Paradise. У меня здесь Paradise Scents and Moments. Может быть, я, конечно, неправильно произношу, но я не нашла перевода на русский, нужно будет посмотреть. Новая серия мне досталась с апельсином, чему я очень рада. Кто меня давно смотрит, уже знает, что мой любимый аромат — это аромат цитрусовых, именно таких вот, апельсин, лимончик. И я торжественно при вас распечатываю, потому что все запломбировано, и пробую. А, какой вкусный, сладкий. Немножечко похож на аромат в серии Feel Good. Есть тоже гель для душа с натуральными эфирными маслами, где с красным цитрусом. Очень вкусно, невероятно. Я все вам запишу отдельное видео, потом распечатаю мыло, попробую. И это еще не все, есть еще один продукт у Рямбо. Это пена для ванны, гигантский объем, 750 миллилитров счастья. И я тоже хочу понюхать. Кстати, я почему-то не прочитала, с чем будет аромат. Может быть, вы уже знаете, а я, может быть, читала, но забыла. Ну-ка. О, как вкусно. Ой, не понимаю, чем пахнет. Я не понимаю, какой-то невероятно вкусный аромат. Он не яркий, скорее, он мне даже... Вот, я как будто на цветочной поляне где-то. И что-то при этом с кислинкой немножко. Потому что нужно будет разнюхать. 750 миллилитров, представляете, сколько раз можно будет принять ванну. Просто и взбить себе очень густую пену. Я никогда не экономлю, когда я делаю ванну. Мне кто-то спрашивает, сколько вы налили. Я, знаете, я вот прям лью от души, я взбиваю, смотрю, если мне мало, я еще лью. И пока там мало воды, ее можно взбивать, взбивать и взбивать. У меня руки работают как миксер просто. И получается такая пена огромная, пышная. Вот в Oriflame я пены просто обожаю. Они редко бывают, всего в нескольких сериях. Иногда их совершенно нельзя заказать, потому что, в принципе, в Европе не принято принимать ванну.
экономят воду, очень заботятся об окружающей среде, поэтому пена — это роскошь. И сама я не очень часто принимаю ванну теперь, как бы осознанная стала, но все равно я так радуюсь, потому что с этой пеной даже можно просто искупаться в душе, она также используется как и гель для душа, может быть вы не знали, вот я вам сейчас, значит, подсказала. Итак, получился у нас такой замечательный обзор, я безумно довольна своим заказом, больше всего я, конечно, рада огромному количеству патчей, потому что они волшебные, пробуйте. Очень рада крему Ultimate Lift, потому что у меня прямо коллаген заканчивается уже на несколько дней. И чему я еще очень рада, ну-ка скажите мне, новинкам, которые мне прислали, прям сегодня буду пробовать. Вот такой классный обзор. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, но мы еще обязательно увидимся, это не последнее видео, и желаю вам отличного настроения, и чтобы у вас было как можно больше довольных клиентов, и вы сами. Всего вам доброго, пока-пока. Миша! Ой. Она еще холодненькая, немножко непонятно какой аромат, но очень вкусный просто. Ой, класс. Совместную ванну. Пошли. Прямо сейчас? Да. Ну пошли с видео, значит. Ты что, записывал это? Да.